Это у нас Келли. Мы ее нашли прошлой зимой. Она была очень долгое время на улице, в районе пожарной части. Очень долго не могли ее поймать. Боялась, пряталась. Но все равно в итоге поймали, привезли сразу. Я ее взяла себе на передержку. Дома она показала себя вообще прекрасно. Она ладила и с моими детками, и с моими домашними уже животными, которые находятся у меня дома. То есть она контактна ко всем, абсолютно беспроблемная кошечка, кушает, правда, очень много, вот, но как бы особо проблем таких больше нету, она вполне такая адекватная, спокойная, ласковая, очень прям. Возраст у нее, ну, 3 года, потому что определяем по зубам, уж точно не можем сказать, какой возраст. Она проглистована, привита и стерилизована.